Здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Биошок. Да. Позже теперь мы остались где? Правильно, мы попали на Нептун, и там чуть прошли. Вот. Побились чуть с большим папочкой. Поэтому посмотрим, что будет в этой серии. О, приятного просмотра. Вам, конечно, приятного просмотра. Приятного аппетита, кто кушает, приятного чаепития. Или питья просто, там водичку или кофеечек. Да, Саш, поудобнее. Надевайте пледик. Приятного просмотра еще раз, а мы начинаем. Пу-пу-пу. Такс. А, мы дальше прошли, точно. У меня падриков, как всегда, нету, да? Или есть? Как там? А, вот. Понятно. И может пообедаем ветчиной с вареньем, если не найдем Лилипоп. Ты что, пойти на меня? От хвоста до головы. А если не найдем барашка? Бля, он решил ко мне идти, че шо? Залупа, блядь, ну ладно. Бля, как там нахуй? Что-то делать с Фонтейном. Пока я покупал дома и рыбозаводы, он осваивал генный рынок и последовательности нуклеотидов. Восторг меняется у меня на глазах. Великая цепь отодвигается все дальше. Возможно, пора наконец потянуть за нее. Возможно, пора, мужик. Я ебу. Восторг напоминает, всем нам нужно оплачивать счета и кушать рекомендации, чтобы добыть еще немного.
ты сучка, бля. Давай, беги! Где задание-то само? А, ну нам в любом случае туда идти. Это все? Это все? Это совсем смелое, мистер Би? Я... Бля, мужик, сядь. Бля, ну это будет жестко, ребят. Сейчас это будет очень жестко. Подожди, а как? А, еще прицеливаться можно, серьезно. Я люблю собирать Адам. С ним я особенно... Давай. Страшная хуйня, ребят. Можешь сказать, бля, чел, ты можешь быстро это пройти? Я скажу нет. С этим, бля, челиком нужно быть поаккуратнее. То есть, не прям торопиться. Я туда скоро отправлюсь. С мистером Павлом. А, они съебались. Yeah.
Ты прикинь? Это пиздец, ребят. Лага, он не будет драться, он просто стреляет. А тут боты стреляют так себе, вы сами знаете. Не ушли. Наш смертный мир. Так плоть слаба. Не трогай! Он ёбок. Ай, блядь, больно вообще-то. Иди сюда. Блядь, пизду его. Беги, 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 нахуй отсюда, беги, 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 беги. Сосёшь, уёбок, отсосёшь. Сосёшь, блядь. Да, ребят, это сложная хуйня, честно говорю вам. Раздерите его, мистер Би, раздерите его. Но у него пол хпшки осталось вроде. Они ушли.
Ёбок, я здесь, блядь. Давай, давай, давай. Сука, отсосал, блядь. Прошу вас, вставайте. Нет, да, нет, да, нет. Да, да, да. Ну, это, кстати, полегче будет, чем тот первый, помните? Ты был добр к моей Спасибо. Малышке. Но действительно ли ты наш друг? Но все равно, малышки несут тебе подарок, чтобы показать, как мы это ценим. Тененбаум отправляет вам подарки. Эти подарки хранятся в плюшевых мишках, которые вы найдете у автомата сав-собирателей. Хорошо. Я видела сегодня в доках, как один из контрабандистов играл в мяч. Угу. Я удивилась, потому что у него руки были изуродованы еще с войны. Но недавно он разгружал баржу, и его укусил моллюск. Так это прекрасный ментальный копир. Что может пошевелить пальцами впервые за много лет. Я спросила, сохранил ли он этого моллюска. Оказалось, что, к счастью, да. Прикинь. Ну там стрелок. Ой, блядь. Там еще один. Давай. Брат. Бля, ты прикинь. Значит, тут два папочки, блядь, я понимаю. Прикинь. Так велит Господь! Панель отключения используется для отмены активной тревоги. Отключение роботов охраны, прибывших на место тревоги. Использовавшие панель отключения стоит $20. Ну, понятно, блядь. За этим фонтейном лучше присматривать. Раньше он был просто мерзавцем, которого надо было судить и повесить. Но только так выходит, что свидетелей никогда не найти. Он самый опасный тип из всей шайки. Потому что... Я читал, он способен анализировать генетическую информацию.
Отлично. Шоколадку у нас с вами есть теперь хотя бы. Хоть что-то, блядь. Ящики здесь. О, вот она, оно. Такое мне надо. Вино. Вино с вами. Да. Какая-то здесь залупа происходит. Прям в меня, прикинь. Пу-пу-пу, ебать. Как они меня заебали сейчас. Ну нахуй нечего пахать. Сей, давай ломаем вообще говно. Так, сразу вот это. Довольно-таки быстро, кстати, идет. Скажу вам так, я. По секрету, блядь. Так. Потом идет. Да, нам так вот. Да, ну здесь вот так можно даже, да. Бать, ты прикинь. Да в пизду его, блядь. Ну, это пизда. Погнали. Бьет он, блядь, стрелять своей залупой. О, аптека. Мне такое надо. Ху-ху, мин реагирующий на движение, прикинь. Ты прикинь. Да. Плюс новая пушка получается у нас с вами. Так, здесь надо все залутать 100%. Прежде чем уходить отсюда. Здесь много чего может лежать. Дальше папочка чеша. Так, мне бы, конечно, идти, знаешь, что еще?
получить Евы, вот это было бы, да, было бы классно, было бы плавно. Ебать, смотри, что нашел. Ладно, let's go. Это камера. Чаще всего будет бой, да? Понятно, блядь. Так. Генную модификацию надо принять. Так, ну давай мы здесь сами сохранимся, что, да? Что так вот, так надо, потому что... Интересно, интересно получается. Не, сейчас будет бой, скорее всего, сейчас. Да. Иисус любит меня. Так сказано в Библии. Дети его слабы, но сила его велика. Почему ты всегда так делаешь? Ты врагов ты сканером, чтобы изучить его. Укажите по противнику уникальный набор следовательских бонусов. Попытайтесь сделать фотографию мутанта с другой стороны стекла. Центрировав изображение, дав увеличение. Ты раздобыл камеру. Отлично. А теперь давай пощелкаем этих мутантов-пауков. И не возвращайся, пока не закончишь. Урон увеличен. Мутант-пауки уязвимы для противопехотных патронов и электричества. Его свет отсияет даже... Не понятно, куда съебался, но куда-то съебался. Так, ладно. Давай сюда сохранимся. Я думаю, на этом все, в принципе, да, серия закончена. Спасибо за просмотр. Вот такая вот серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Да, чё я, да, много молчал, не спорю, но здесь нечего было бы говорить. Потому что, блин, большая папочка, конечно, большая папочка, да, вот этот робот много забрал времени. В принципе, все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании. Если что, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.